после участия в казахстанско-турецком бизнес-форуме Нурсултан Назарбаев прокомментировал ситуацию по паводкам в нашей стране. По словам президента, поводов для беспокойства нет, государство держит все под контролем. В помощи пострадавшим населенным пунктам задействовано более 5000 человек, а в Карагандинской области выделен 1 000 000 000 тенге. В этом году случилось такое несчастье в некоторых регионах. В 5 областях Казахстана, центр, северо-восток, очень бурное таяние снегов, очень быстрое потепление привело к наводнениям. Мы уже 15 тысяч человек переселили. Есть, конечно, материальный ущерб в виде скота и так далее, домов, мы это знаем. И сейчас 5500 человек и 1500 техники работают над тем, чтобы помочь людям, которые от этого страдают. К счастью, мы ни одного человека не потеряли. И работники МЧС, службы, которые заняты в технике, героически проводят работу. Я им всем говорю большое спасибо. Я нахожусь в связи с акимами областей. Карагандинской области уже выделено 1 миллиард тенге. Вода пошла на спад. Я думаю, мы эту проблему решим. Беспокоиться не надо. Все контролируется, силы есть, все возможности для этого используются. Это не первый случай. Никто не ожидал, что в конце марта, вот, весной, выпадет 1–1,5 метра снега. С другой стороны, это хорошо для будущего урожая, но сейчас это вот подтапливает. Вы помните, в Восточном Казахстане было, в других местах было. Сейчас вот Караганда больше всех страдает. Акмолинская область, немножко, несколько поселков в Павлодарской области есть у нас. Ну, везде занимаемся, и никаких поводов для серьезного беспокойства нет.